Хоть мне, конечно, и разблокировали основу, но я ни капельки на самом деле не рада, потому что это капец как заебал, вот эта вот херня, типа, ну, все время блокируют, блокируют и блокируют. Да, и просто, типа, за одну удаленную сторис мне блокируют аккаунт, поэтому я не рискну пока что там сидеть, буду сидеть на этом аккаунте. Там в сторис выйду, ну, наверное, через неделю, 2-3 месяц, не знаю даже. Это я, короче, Пашу сняла. Это он так танцует, да? Да. Кстати, ребята, я купил новый телефон. Ага. А мы, короче, приехали за Сосновоборск в аквапарк. Да, хотя у меня идет кровь. Ну да ладно. Зато впервые в мире я побуду на аквапарке. Джакузи. Вот. Это она меня заставила. И чё? Ладно, я просто пират, я шучу, мы не встречаемся, мы друзья. Вот чьи друзья, да? Мы вообще никто друг другу. Ребята, всем привет! Это мой первый раз, как я махнула свой телефон под воду. Я красотка, пират. Это лох какой-то. Вот я красотка. Мы, короче, сейчас уже поедем домой. Собираемся. Такие вот дела.